Здравствуйте. Вы на телеканале Итон ТВ. В эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас специальный выпуск. 25-й день войны на Украине. Сегодня мы поговорим о том, что связано с этой войной. Мы поговорим с различными экспертами. Мы поговорим о том, к чему приведет эта война. Допустим, что она завтра закончится. Мы поговорим о том, как окружающие страны к этому относятся. Поговорим об исторических аспектах военных действий. Ну, а пока несколько, буквально несколько слов из последних, так сказать, сообщений. Я цитирую по израильским порталам, портал «Детали». Минобороны Украины зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территории Украины. Не менее 43 человек подверглись уголовному преследованию в связи с антивоенными акциями, сообщает правозащитный центр ОВД-Инфо. Агентство «Юниан» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины. Угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении высока. Наступление может начаться в течение дня-двух, сообщает «Украинская правда». Социальная сеть ВКонтакте заблокировала фан-группу независимой российской политолога Екатерины Шульман по требованию Генпрокуратуры. Ну, от себя добавлю, что два израильских русскоязычных сайта – это сайт «Вести» CYL и сайт 9-го телеканала, израильского телеканала, тоже были заблокированы на территории Российской Федерации. Министр связи Израиля обратился к министру связи России с вопросом, почему это сделано. Ответа пока не получено. Вроде бы Израиль с Россией в эти игры пока что не играет. Сейчас мы попробуем побеседовать. Вот нам удалось связаться с Русланом Бортником, политологом, директором Украинского института политологии. Здравствуйте, Руслан. Руслан, мы много лет с вами общаемся на различные темы, и вот, так сказать, сейчас вынуждены общаться в такой обстановке, максимально приближенной к боевой. Мой первый вопрос. Скажите, то, что сейчас происходит, вот говорят уже столько времени о переговорах, и возникает вопрос, а почему, так сказать, переговоры буксуют? То есть, скажем так, я попробую изменить свой вопрос. Почему Украина не готова пойти на требования, которые предъявляет Россия? Здравствуйте, коллеги. Хочу добавить еще к вашим блокировкам, что со вчерашнего дня мой Facebook на территории Украины тоже заблокирован. Это как, интересно? Вот так, я нахожусь на территории Украины, кто-то где-то там в офисах зарубежных определяет, что мне публиковать, что нет. При этом у меня Facebook, ну да и в принципе, я думаю, что вы следите за тем, что я говорю, что я делаю. Ну, разумеется. Он всегда был очень сдержанным, он никогда не был ни агрессивным, никогда никого не обижал. То есть он всегда был конструктивным, он всегда был патриотичным с точки зрения Украины. Но вот государственные органы, правда, меня убеждают, что они не имеют к этому никакого отношения, что это деятельность группы активистов. Но, к сожалению, сегодня такой Facebook, что даже обжаловать это решение о блокировке на территории Украины, то есть вы меня можете видеть с Израиля, с США, можно видеть с России, можно видеть, а с Украины нет. Но обжаловать даже такое решение некуда. И отсутствует механизм обжалования. То есть там всюду робот, который просто считает количество жалоб и обжалований, а организованная группа активистов там собираются в 100-1000 человек и начинают, там, условно говоря, атаковать профили тех людей, которые пытаются думать в этой ситуации, а не просто быть элементом чужой игры. Ну, вот так. Так что зрители, призываю, подписывайтесь на YouTube, пока есть, и на наш Telegram. Пока есть, да. Это очень точное замечание. Пока есть. Да. Но чтобы вы понимали, я на Фейсбуке зарегистрирован во времени его основания, этого Фейсбука, и никогда не получал ни одного предупреждения. Это не важно. За лет 12-15, да. Это работают роботы, с этим ничего не поделаешь. Так давайте, как говорится, вернемся к нашим баранам. По вопросам, да. Итак, почему буксуют переговоры? Почему переговоры неуспешны? Переговоры неуспешны по нескольким причинам. Те требования, которые выдвинула Россия в отношении Украины, они сродни для Украины полной и безоговорочной политической капитуляции. В то же время, потому что это означает пересмотр всего политического курса, всего того, что произошло в стране, во внутренней гуманитарной политике, во внешней политике.
начиная как минимум с 2014 года. В то же время сегодня военные дела России не такие, как, которые позволяли бы требовать этой капитуляции. И вот это первая причина. Вторая причина, мы должны понимать, что тут вопрос не только в российско-украинских отношениях. Россия через пример Украины, на примере Украины, пытается показать всей Европе, западному, условно говоря, миру, что может быть, на какие издержки Россия может идти, на какие инструменты может применять для достижения своих целей, а цели заявлены. Это новый многополярный мир, признание зон влияния Российской Федерации. Поэтому, несмотря на то, что за этим столом сидят двое, реально вокруг него намного больше людей. То есть, прежде всего, страны НАТО, Соединенные Штаты Америки. Эти страны тоже самые активные участники этих политических переговоров. И у них есть свои интересы. Они сегодня не готовы принимать пока вот эти ультиматумы России, которые, напомню, были выдвинуты в декабре. Это причина номер два. Ну и третья причина, я тут быстренько вам скажу, что этот конфликт, ну, это вторжение российское, это война, конфликт уже совсем не подходит к этому слову, он не исчерпал себя с точки зрения военной и экономической. Он не исчерпал себя с точки зрения внутриполитической. Все лидеры всех стран, которые принимают сегодня активное участие, политическое или прямое, в войне или в ситуации вокруг Украины, растут. Военные издержки катастрофически растут. Военные ресурсы остаются доступными. То есть не исчерпана вот, эта энергия этой войны с точки зрения получения прибыли и внутриполитических целей. Все это влияет, конечно, на ход переговоров принципиальным образом. Скажите, но вот насколько мы понимаем, в течение вот последних двух недель, если брать, да, сегодня у нас там 25-й день войны, то есть это уже получается 3 недели почти, но последние 2 недели немножко потихонечку меняются требования России, то есть меняются, во-первых, лозунги, которые бросают кремлевские пропагандисты, и меняются как бы, извините за такое приблотненное слово, предъявы, которые доводятся до Украины. То есть, если раньше там была денацификация, там, в общем, демилитаризация, там, теперь остается, значит, там, признание Крыма и Донбасса, значит, нейтралитет, там, отказ от вступления в военные блоки, там, типа, отказ от вступления в блок НАТО, куда, в принципе, вообще-то Украину никто и не собирался в ближайшем будущем принимать и так далее. А с чем, на ваш взгляд, связано вот это изменение требований? Я думаю, хотелось бы думать, что это политическая переоценка ситуации. Но мы понимаем, что в России сегодня такого рода решения принимает один человек. Более того, набор требований не изменился, меняются трактовки, эмоциональные характеристики, что ли, подача, что ли, этих требований. Хотелось бы думать, что это переоценка России своих возможностей в отношении Украины. Но я не исключаю, что это просто феномен усталости. То есть мы сегодня действительно находимся на 25-м дне войны, уже все устали. Все видят, что ситуация где-то вот последнюю неделю войны, она пришла к какой-то ситуативной стабильности. Мы видим серьезные изменения в позициях сторон, военных позициях сторон нет. Мы видим, что война трансформировалась в хроническую стадию с оккупированными территориями, с линиями фронта, и со всеми другими прелестями. И вот эта усталость, она тоже, наверное, дает себе знать. Я думаю, что Россия понимает, за это время наконец-то поняла цену этого вторжения в Украину. Экономическую, санкционную, там, общеполитическую цену. И все это влияет, конечно, на позицию России. Но мы же понимаем, что чем больше длится война, чем больше жертвы с обеих сторон, тем тяжелее будет сторонам выйти из этой войны с сохранением лица. Тем тяжелее будет найти модель выхода, завершения, достижения мира. Скажите, но вот политическая ситуация в Украине, как она выглядит? Рада сейчас собирается, не собирается? То есть какие-то политические заявления, есть какие-то, может быть, трения, которые, ну, по крайней мере, в довоенное время постоянно наблюдались на политической сцене Украины? Как сейчас выглядит эта политическая сцена?
Ну, во-первых, беспрецедентные уровни доверия президента его, и к его команде. То есть где-то 80-90%, ну, правда, мы должны понимать, что это военные опросы. Они не на всех территориях сегодня проходят. Ну, беспрецедентный уровень доверия. Вот. Во-вторых, перестраивание вообще функционирования государства и общества на военный рельс. В-третьих, только вот на этой неделе начали появляться какие-то признаки внутриполитической такой грызни. То есть фактически за 20 дней этого не было. Вообще дискуссий внутри не было. От правых до левых, от ОПЗЖшников и ОПБлоковцев до ультранационалистов все вместе объединились в первые недели для защиты страны. И сегодня там, условно говоря, Добкин и Вилку еще более героично защищает страну, нежели там даже люди, какие-то ультранационалисты на Львовщине, понимаете? Но вот сейчас начали проявляться последние дни трения и раздоры, прежде всего между командой пятого президента Петра Порошенко и командой власти. С этим я связываю буквально вчерашнее ночное решение СНБО, по которому теперь все украинские каналы информационные должны показывать одну картинку, которая формируется, новостную картинку, которая формируется соответствующим окологосударственным, скажем так, холдингом сегодня. Это прежде всего привет ресурсам Петра Порошенко, прямому пятому каналу «Эспрессо», которые после запретов ресурсов Медведчука были такими, ну, оппозиционными. Вот, но это просто такое зеркальное отображение того, что происходит в Москве. Там тоже сейчас убрали все оппозиционные, так сказать, каналы, радиостанции, да. Осталось только правительственное. То есть это как бы нормально для условий военных действий? И запрет 11 партий в Украине. То есть запрет 11 партий, причем получается вторая партия, восьмая партия и 9 непарламентских, те, которые не участвовали в парламентских выборах 2019 года. В целом, ну, как бы достаточно серьезный такой шаг. Да, мы понимаем, что это военное положение, но вы знаете, ценность Украины в чем всегда была? Что Украина с точки зрения политической дискуссии, культуры, конкуренции всегда была не Россией. То есть она переживала разные периоды. Я не говорю об антироссии, я говорю именно о нероссии. Но всегда сохранялась конкурентная, пускай не всегда демократичная, но олигархатичная, но конкурентная политическая модель. И в этом была всегда ценность Украины. И в этом была сила, в этом была, скажем, особенность нашей страны. Но поэтому вся власть концентрируется в одних руках в условиях военного положения, в условиях главнокомандующего, то есть я думаю, что для Израиля это тоже как бы ничего такого нового, потому что когда у вас обостряются боевые действия, похожие процессы иногда наблюдаются. Будем надеяться, что это не затянется на бесконечно долго и что мы выйдем из этой войны, сохранив себя. Это будет главная победа, сохранив суверенитет, территориальную целостность и сохранив себя, сохранив свою политическую культуру. Руслан, я вынужден вас поправить. В Израиле во время военных действий, которые у нас, к сожалению, происходят не так уж редко, все объединяются. Дело не в этом. То есть я имею в виду сейчас отношение к относительно средств массовой информации, то есть запретов особых не наблюдается. Есть определенные требования военной цензуры, которые связаны с тем, чтобы не указывать там локацию, там падение ракет, там или еще что-нибудь. Это как бы чисто военная это цензура, но политической цензуры никакой нет. Поэтому даже во время военных действий продолжают чистить, так сказать, почем зря премьер-министра, так сказать, правительство. И это как бы, ну, может быть, чуть меньше, чем в обычной ситуации. Но это, к сожалению, такая реальность. Да, вы правы. Я говорил об объединении политических. Объединение, да, объединение точно. Да. Все кончают, все дрязги кончаются. Ну, я уже как бы в этом эфире неоднократно говорил, что за всю историю, что за всю там за последние 100, а может быть и 200 лет, никто не сделал более для сплочения Украины как нации, чем Владимир Путин. Я бы сказал бы, вот это очень простой ответ, но во многом он правильный. Вот смотрите, даже сейчас, вы думаете, чем вызвано такое объединение вокруг власти, вокруг Зеленского, такой всплеск патриотизма? То есть оно вызвано прежде всего не только военными, катастрофическими военными ошибками и преступлениями, оно вызвано прежде всего политическими ошибками. Вот сегодня Россия
несмотря на то, что Путин часто обращался в последнее время к украинскому народу, говорил, что это братский народ, но сегодня Россия ничего, там, условно говоря, кроме бомб и требований капитуляции, этому народу не предлагает. Мне кажется, что в Москве так и не поняли, что такое Украина абсолютно. И сегодня горько это плавится. Хотя, вы знаете, тут мы должны понимать в то же время, что, как бы вам сказать, на это честно, и так, чтобы это можно было бы сказать, да, военный план России сорван, но катастрофической ценой для Украины, потому что боевые действия идут на нашей территории ценой жизни наших людей и ценой беженства 10 миллионов человек, минимум четверть, это, возможно, треть даже населения Украины сегодня, катастрофической ценой, неокупной ценой сегодня для Украины. Так, на ваш взгляд, нужно быстрее соглашаться на любое перемирие, любой ценой, или все-таки отстаивать какие-то принципы? Любое перемирие любой ценой общество не воспримет. Если власть пойдет на требования, которые выдвигаются России в том виде, в котором они выдвигаются, это будет просто означать политическое разрушение, внутренний конфликт внутренний серьезный. Нет, конечно, необходимо серьезные международные посредники. Китай, США. Слышите меня, коллеги? Да, конечно. Да, мы вас слышим. Руслан? Да, что-то у нас со связью. Мы вас прекрасно слышим. Да, мы вас прекрасно слышим. Руслан? К сожалению, что-то происходит на линии. Но, в общем-то, это не мудрено в такой обстановке. Мы прощаемся. Сейчас слышно? Я вернулся, да. Вы вернулись, да? Но вы от нас, честно говоря, никуда не уходили, поэтому мы слышали все, что вы произносили, в том числе не совсем литературные эти самые выражения в адрес связи. Оно тоже произносится. Нет. Не литературный. На самом деле это спорный вопрос, что считать литературным. Последнее время очень многие идиоматические выражения признаются уже как бы легитимными. Но если позволите, я завершу это предложение. Да, конечно. Я понимаю, что наше время закончилось. Смотрите, да, уже на конечно, нельзя соглашаться, и для Украины невозможно согласиться сегодня на ультиматумы России. Но при поддержке международных посредников США, Китая, Европы, Израиля очень важную роль играет, необходимо искать баланс гарантий интересов, которая позволит завершить эту войну. Ведь эта война может стать только спичкой для более глобального противостояния, которое принесет горе и разруху всему миру. Мы все об этом должны думать. Руслан, спасибо большое. Спасибо, что побеседовали с нами. Берегите себя и здоровья и успехов. Наша программа продолжается. Я напоминаю, что мы беседовали с Русланом Бортником, политологом, директором Украинского института политики. А мы продолжаем. Сейчас мы попробуем связаться с Польшей и поговорим о том, что происходит на украинско-польской границе, и как Польша принимает беженцев и вообще как Польша воспринимает ситуацию, потому что военные действия происходят достаточно близко к польской границе. Это для европейской страны довольно волнительная, довольно тревожная ситуация. Поляки готовятся, поляков приведены в боевую готовность вооруженные силы. И, в общем-то, сейчас мы поговорим с Дареком Цихолем, сейчас попробуем с ним связаться. А я вам пока в нескольких словах зачитаю. Ну, во-первых, то, что происходит в Израиле, не знаю, кому интересно. Сегодня в Израиле хоронят Рава Каневского. Это один из авторитетнейших раввинов Израиля, причем он руководитель, возглавлял литовское направление иудаизма. И в связи с этим вот в Тель-Авиве и в окрестностях, где происходят похороны, сегодня с 7 утра ограничения в движении транспорта, перекрыты целые магистрали, перекрыты шоссе, школьники переведены сегодня. Представьте, практически все школы Тель-Авива сегодня, и Тель-Авива, Гиватайма, Эрмадган работают сегодня на удаленке, потому что многие просто ни учителя, ни дети не смогут добраться. Предполагается, что в похоронах принимает участие
более 1,5 миллионов человек. Это совершенно колоссальная цифра, учитывая, что улицы довольно узкие. Ну и, в общем, у нас сегодня город на осадном положении. Я выехал на час раньше для того, чтобы попасть в студию, но, к своему удивлению, приехал за 15 минут, потому что город пустой, то есть я ехал здесь недалеко по городу, город пустой из-за того, что все подъезды к городу перекрыты. Итак, мы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня», специальный выпуск, посвященный Украине. И сейчас мы побеседуем с журналистом из Варшавы Дареком Цихолем, главным редактором журнала «Мифы». Правильно? Факты после мифов. Так будет. А теперь факты после. Я так осторожно сказал мифы, потому что у вас там все время варьируются факты и мифы. Ну, день добрый, вельможный пан. Здравствуйте, Дарек. Добрый день. Добрый день, шалом. Да, здравствуйте еще раз. Значит, мы неоднократно с вами беседовали о политической ситуации в Польше. Мы говорили, так сказать, в довоенные времена о взаимоотношениях между Польшей, дипломатическими отношениями Польши и Израиля. Были всякие у нас неприятные, так сказать, ситуации. Сейчас мы поговорим о войне, которая происходит возле ваших границ. Мой первый вопрос. Как Польша вообще воспринимает ситуацию, когда возле границ Польши идет война? Причем война, настоящая война, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны. Значит, в какой-то степени, как бы это глупо не прозвучало, мы чувствуем себя как участники этой войны. Для нас это на самом деле очень-очень-очень страшно, что произошло, что происходит. Никто из поляков, никто из моих знакомых просто до конца не верил, что может это случиться, что случилось. Сейчас в Польшу, границы с Польшей пересекло не меньше 2 миллионов беженцев. Значит, мы эту войну чувствуем каждый день. Мы ее видим на улицах, видим на железнодорожных и автобусных вокзалах. Часть наших главных интернет-порталей имеют отдельные, как бы то, сервисы информационные только на украинском языке. Все информационные передачи по телевидению, по радио начинаются с Украины. Мы в курсе дел, как можно это сказать. Мы просто боимся, что будет дальше. Очень внимательно смотрим, что происходит в Украине. Ну, просто чувствуем себя, как бы то и мы в какой-то степени воевали. Дарек, но Польша приняла, пожалуй, наибольшее количество беженцев вот из всех близлежащих стран. То есть к вам идет просто сплошной поток. На границе мы беседовали с представителями Израиля, которые работают на границе Украины с Польшей. Мы знаем, что в Кракове большой центр Сахнут открыл. Израиль вот сейчас полевой госпиталь открывает недалеко от границы Украино-Польской. Госпиталь начнет работать, если не ошибаюсь, чуть ли не завтрашнего дня. Там сейчас идет монтаж оборудования. Большой полевой госпиталь с ведущими специалистами. А как Польша, ну, если так можно выразиться, переваривает такое количество беженцев? У нас большие проблемы организационные, я бы так сказал. Значит, люди, как граждане страны, отдают все. Целое сердце, живую площадь. Практически я не знаю среди своих знакомых, не знаю такого, который бы в какой-то степени не помогал. У моих сотрудников в редакции, но кажется, почти у всех, кто-то из украинцев живет в квартирах, в их домах. У одного даже 5 человек. То есть поляки просто принимают свои квартиры, да. А нет никакого централизованного размещения, там, сейчас, какие-то сейчас, центры для есть, беженцев? Есть тоже. Есть. В какой-то степени есть. Да, но мы приглашаем их жить домой. У меня тоже дома 2 людей, которые прилетели из Египта, просто застрели там. Это какие-то знакомые ваши или...
Просто постоянно. Да, люди. Это племянница с сыном моего друга из Украины, с которым я дружу с очень много лет, просто попросил в начале войны найти их и помочь им. Я их нашел. Потом надо было помочь маме этой девушки, женщины, которая с ребенком у меня оказалась. Она была в восточной части Украины, в городе Кривый Рог. Кривый Рог по-украински. Мы уговорили ее приехать, помогли пересечь границу, встретили. Она тоже с нами. И так большинство моих, например, сотрудников в редакции. Очень, очень много знакомых. По вопросу, что делает правительство. Я в шоке, потому что правительство как будто об этой войне, как у нас официально говорят, третий или четвертый день, правительство знало об этом, что точно так будет, как утверждают, с ноября. Они ничего не сделали. Только в половине января как будто стали узнавать какие-то возможности, где, как поселить людей. Открыли в самом начале 9 так называемых рецепционных пунктов. Это места, в которые приезжают граждане Украины и могут просто спрашивать, где найти помощь. Но это мало. Целая работа, как бы то организационная, но жизненная, пошла в сторону муниципальных властей, но без денег. Так что страшные вещи. Я знаю человека, один из моих знакомых получил телефон от местных властей: послушай, у тебя курорт, можешь поселить около 100 людей буквально на 3 дня. Да, конечно, могу. Не спрашивал о деньги, ничего. Прожили у него 10 дней. Обратился человек к этим местным властям муниципальным. Ну, ребята, вы сказали, что на 3 дня, у меня уже денег нету, чтобы их кормить. Ты представь себе, что у нас тоже нет, ему ответили. И таких случаев очень-очень-очень много. То есть правительство оказалось тоже не готовым к такому повороту абсолютно событий? Абсолютно не готовым, абсолютно не готовы. Они практически ничего не сделали. Да, они поменяли несколько законов, в том числе новые законы ввели с ошибками. Типичный пример, пожалуйста, ну, можно сказать, что социальную помощь граждане Украины, которые приехали к нам, получают на таком уровне, как мы, поляки, и еще несколько льгот побольше, например, бесплатный транспорт железнодорожный и так далее. Но это касается тех украинцев, которые пересекли украинскую-польскую границу. Значит, то есть, которые являются формально и неформально беженцами в соответствии с Венской конвенцией. Нет, ты меня не понял. Я хотел сказать, что, например, люди, мои знакомые, которые тоже считаются беженцами, но не пересекли украинско-польскую границу, потому что прилетели из Египта, не могут рассчитывать на такую широкую помощь. Ну вот это, собственно, то, что я и сказал. То есть те, кто пересекли по Венской конвенции, те, кто пересекают непосредственно границу с территории воюющего государства, те формально считаются беженцами. Те, которые прилетели через третью страну, формально, опять-таки, с точки зрения сухого закона, беженцами не являются. Да, потому очень много людей отвозит на границу своих знакомых, которые у них живут, только для того, чтобы пересекли эту границу, поставили штамп и возвращаются обратно. Дарик, а вот какова, так сказать, если можно так выразиться, структура этих беженцев? Кто это? Мужчины, женщины, дети? Кого больше? Старики? То есть какая публика? Очень мало молодых людей. Мало. Просто мало, это видно. Большинство это женщины. И совсем разного возраста. Но очень мало таких стариков, которым лет 70 и больше. Очень много молодых людей. Но что еще?
как выглядит, например, Варшава или городки, которые вокруг Варшавы. Мы говорили, ты вспоминал об центрах, в которых могут жить беженцы, да? Ну да, например, недалеко от меня, несколько километров, я живу в, не в самой Варшаве, а в таком пригородке, несколько километров от меня находится очень большой такой торговый центр, Надажин, центр называется «Птица», так? Ну и там несколько таких очень-очень-очень больших бунгаловов, но в зданиях, в которых торгуют. Но в одном таком здании, в таком здании живет 1000 человек. Около 500 двухэтажных кроватей. Там страшно просто зайти. Но если заходишь, что бросается, что привлекает твое внимание? Тишина. Тишина. Так как бы то этих людей не было. Они в шоке, они боятся сотнями, тысячами. То же самое на железнодорожных вокзалах. Прежде всего это тишина. Из группы, которые несколько дней не двигаются из этих вокзалов. Это страх. Они поднимаются только для того, чтобы то попросить, люди в шоке находятся, да? Попросить бутылку воды, какой-то бутерброд и сходить в туалет. Или просто встречаешь в центре города, группы украинцев, которые останавливают тебя, но не знают, а что спросить. Они не знают, что с ними. Нормально человек спрашивает, извините, можете помочь, как добраться с этого места туда-сюда. Нет, они останавливают и просто раскладывают руки, не знают. То есть люди, которые вот еще месяц назад жили совершенно там, ну чуть больше месяца, жили нормальной жизнью в 21 веке, и никто не мог предположить, что это обернется такими кадрами, которые вызывают ассоциацию только со Второй мировой войной, с всеми фильмами про войну, на которых, собственно, мы росли. Да, для нас эти все как бы то рассказы наших знакомых, друзей, соседов, которые приехали из Украины, звучат как бы то чуть абстрактно даже. Мы просто как бы то чувствуем, о чем они говорят. Мы плачем вместе с ними, но не понимаем этого до конца. В моем случае... Угу. Дарек, я хотел спросить немножко о другом. Ситуация, мы помним, что Польша предложила через Соединенные Штаты передать украинцам советские самолеты, которые остались на вооружении польской армии. Польша помогает не только гуманитарной помощью и оружием. Из Кремля раздавались уже такие заявления, что те, кто поставляет оружие Украине, являются типа целями, они даже так и применяют слово, легитимными целями для российских вооруженных сил. А готова ли Польша к тому, что по ней будет нанесен, возможно, будет нанесен удар? Конечно, не готова Польша. Я вообще серьезно не отношусь к этому правительству. Причем это не имеет ничего общего с этой войной, которую видим. Я это повторяю 6 лет. 99% того, о чем говорит и что делает это правительство, это чистый пиар. Просто пиар. То же самое происходило с предложением, что мы отдадим самолеты, да? Сначала, что пойдут в Германию, потом в Штаты, потом американцы возьмут через Германию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я даже не пытаюсь анализировать всех этих действий. Просто страшно, обидно. С одной стороны, как смотрит человек на реальные действия правительства, с другой на то, что делают поляки в рамках помощи. Ну и третья часть – это на все, что происходит. Но если могу добавить, это более-менее как бы то выглядит сейчас. У нас начнутся проблемы. Никто не знает, из людей, которые помогают украинцам, на какую поддержку со стороны правительства
То есть люди как бы помогают сейчас, получается, за свой счет. Вот пример вот с вашим этим другом, который пустил их в свою небольшую зону отдыха, да, которую он сдает, собственно, он с этого тоже зарабатывать должен. Он сейчас не знает, как, что делать дальше, потому что правительство отказывается ему платить, а людей выгнать он не может. Он их вынужден кормить, он должен их содержать. Это, конечно, страшная ситуация. То есть, ну, а какие-то обсуждения, то есть никаких решений вообще не принимается на этот счет? То есть правительство самоустранилось? Вроде бы приняли законы, что на одного беженца ежедневно будут давать деньги в количестве 40 шекелей. То есть 10 евро, чуть больше 10 евро. Меньше 10 евро. Это, ну да, 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 да. Ну, примерно 9 евро. Но это хватит, чтобы их кормить. Сколько они могут жить вместе с нами. У меня не проблема, у меня большой дом. Я классно чувствую себя в это другой вариант. Это какие-то знакомые люди, по крайней мере. И два человека это одно, когда у него живет целая группа. А, Дарек, а вот такой... Десятки тысяч. Есть десятки тысяч людей, если не сотни. Принимали беженцев на день, два, три. Но просто по-человечески, по-разному могут выглядеть отношения между нами. Дарек, да, но вот все говорят, а как это вот, ведь это же нацисты. Вот у нас сейчас, я смотрю, комментарии к нашему эфиру пишут, как вы принимаете нацистов, это же нацисты, это же фашисты. Мы знаем, что между поляками и украинцами не всегда были, так сказать, добрые отношения. Были, если копнуть в историю, как сейчас любят говорить, та же самая Волынская резня и прочее. То есть, но сейчас, как вы принимаете нацистов? Я их не видел и не встречал. Я ненавижу и ненавидел всегда национализма всякого, в том числе украинского. Но извините, это не мои знакомые убивали членов моей фамилии 80 лет тому назад. Кто-то из зрителей удивляется, что помогаем людям. Так, то же самое, кстати, говорят израильтяне. Израильтяне, как вы так? Израиль принимает нацистов, это какие-то там потомки нацистов. Да. Если бы эта война была на территории России, и о помощь попросили мне, мои друзья, знакомые или даже незнакомые русские, я бы мог им помочь, я бы помог. Раз. Если бы такая обстановка была в Израиле, тоже. Натомест, если кто-то из зрителей, прошу прощения, называет моих знакомых, друзей фашистами, я ему очень коротко отвечу. Иди нахуй, русский корабль. Это не время на такие комментарии. Какие фашисты, кого вы видели? Я уже успокоился. Спасибо. Дарек Цихль, журналист. Польша, спасибо большое, Дарек, и спасибо за то, что вы делаете, и за то, что вы спасаете людей. Нацисты, не нацисты, это просто как язык поворачивается такое говорить. Это женщины и дети, которые бежали от бомбежки, это дети, которые сидели в подвалах, которые вздрагивали от бомбежек. И вот мы, как раз вот мы, израильтяне, это очень хорошо знаем. У нас это происходит, к сожалению, довольно часто, и мы знаем, что такое война, и мы знаем, что такое бомбежки, и мы знаем... Поэтому что такое милосердие и как нужно относиться к людям, которые страдают в этой ситуации. Спасибо. Спасибо, Дарек Цихль. Спасибо. А мы продолжаем нашу программу, мы продолжаем наш эфир. Мы сейчас поговорим с Давидом Эдельманом, израильским историком, политтехнологом. И мы поговорим об этой войне, именно войне. То есть то, что там эти разговоры о том, что это какая-то там операция специальная, антитеррористическая, это все... ерунда, болтовня и попытка заморочить голову людям. Никто в это не верит. Во всем мире все называют это только одним словом – война. Причем страшная война. И поговорим мы сейчас об исторических аналогиях. То есть что такое война и как эта война как бы отличается от предыдущих. Мы буквально на несколько минут выйдем из эфира. Не оставайтесь с нами. Через буквально 2-3 минуты, как только мы свяжемся с Давидом, мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Вы на телеканале ТОН ТВ, программа «Тема дня», специальный выпуск, прямой эфир. В студии по-прежнему я, ведущий Александр Гурарье. Мы вернулись после небольшой паузы, и сейчас мы поговорим с израильским историком, политтехнологом Давидом Эйдельманом. Давид присоединился к нам. Давид, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорить я бы хотел о исторических аналогиях. Вот эта война, которая происходит между Россией и Украиной. Имеет ли она какие-то аналоги в истории? Потому что, как говорят великие и мудрые, история развивается по спирали, и все это уже когда-то было. Ну да. Самый главный вывод из истории, что никто не учит ее уроков. А с начала путинской спецоперации возник вопрос, на что она похожа. На что она похожа из прошлого России? Исторические аналогии, они, конечно, опасны, как нас предупреждали, но в таких случаях неизбежны, когда мы сталкиваемся с каким-то огромным катастрофическим явлением. И вот наиболее частые параллели из прошлого, приводимые в ответ на вопрос, на что похожа эта спецоперация, да, которую в России запрещают называть войной, но сейчас вот есть вроде бы облегчение, потому что сам президент Путин, выступая на митинге в Лужниках, сказал, что наши люди воюют. По идее, по закону о фейках и так далее, его должны были арестовать на месте. А воюют, да, а всем остальным это запрещено говорить. Так вот, наиболее частые параллели – это Крымская война 1853-1856 года, война, затеянная императором Николаем I для спасения славянских православных братьев против больного человека Европы. Больным человеком Европы Николай I называл Османскую империю, которая действительно к тому моменту ослабела, загнивала и так далее. Причем риторика, с которой Николай выступил в самом начале этой войны, что мы хотим мира, но просто не допустим, чтобы наших православных братьев и так далее, обижали и так далее, она стопроцентно напоминала, там, я не знаю, риторику Пескова. Было такое впечатление, что Песков просто списывал Николая I. Ну, там же вообще сейчас в Кремле последние годы увлечение историей. Путин читает целые лекции по истории, правда, периодически делает такие ошибки, от которых, так сказать, за голову хватаются не только там вузовские профессора, но и учителя истории элементарные, но неважно. То есть вот это увлечение историей, оно как бы показывает, что все повторяется. Да, как говорил наш бывший президент Шимон Перес, нет ничего страшнее стать заложником собственной истории, особенно неправильно исполнитой истории, да? Так вот, вторая такая война – это война с Японией 1904 года. Та самая «нам нужна маленькая победоносная война», как говорил в этот момент министр внутренних дел Плеви, зачем нам нужна маленькая победоносная война? Для того, чтобы отвлечь общество от внутренних проблем, для того, чтобы увеличить авторитет правительства, ну и все остальное. Третья война, которую сравнивают, это советская финляндская война 1939-1940 года, когда Финляндию вообще намеревались захватить то, что в Советском Союзе называлось «малой кровью могучим ударом». Ворошилов на заседании у Сталина говорил, что, когда его спросили, сколько времени займет операция, он сказал, что она займет максимум 12 дней. А Сталин с барского плеча подарил 2 недели. Именно поэтому советские войска, собственно, это были войска Ленинградского военного округа, только один округ воевал во всей этой войне. Именно поэтому они пошли на войну как бы в демисезонных шинелях, то есть не было ни полушубков, ни теплой одежды, и поэтому, когда начались 45-градусные морозы, то, так сказать, просто замерзали целыми ротами. Ну да, дело в том, что вот к этой войне была песенка «Принимай нас, Соломи, красавицы». Там очень интересная вещь. К любой спонтанной войне в России готовится, да, как правило. И там в этой песенке есть первых строчках, где написано
что кудрявится, пограничник, и невысокое солнышко осень. А война началась 30 ноября. Но писали эту песенку в августе. На всякий случай, загодя, вовремя не успели и начали 30 ноября. Поэтому война говорит песня говорит об осенней войне. И она была сделана и на русском, и на финском языке. Очень интересная песня, может быть, как-нибудь мы ее рассмотрим. Так вот, следующая война – это советская война в Афганистане, которая началась в 1979 году и закончилась в 1989 году. Поскольку я из Бухары, я помню вот разговоры советских военных, которые собирались входить в Афганистан, мне тогда было 11 лет, и говорили о том, что это вообще операция на сутки, на двое суток, ну не больше, да, то есть… Пришли, увидели, победили. Вот, в принципе, четыре аналогии, которые возникают по поводу этой спецоперации. Ну, может быть, пятая – это война 16 века, 25 лет шедшая, так называемая Ливонская война, которая была первым вообще столкновением России с коллективной Европой, с коллективным Западом. Ну, кстати, из... так сказать, обобщение, которое можно сделать из этих четырех войн, практически всегда Россия позиционировала себя, по крайней мере, те, кто, так сказать, отвечали за разъяснение для населения, да, то есть за пропаганду, значит, первым делом, что мы окружены врагами, то есть враги хотят нас завоевать, да, и наша задача защищаться. Мы ради этого, да, готовы пойти на любые жертвы, да, то есть, ну, на жертвы, как правило, шла не верхушка, а шли именно вот простые люди, которые гнали воевать. То же самое, что происходит сейчас. У меня просто слезы наворачиваются, когда я читаю публикации о том, что там ведущие миллиардеры России потеряли там по 20%, там один потерял 1 миллиард, другой потерял 2 миллиарда, третий потерял 3 миллиарда. Конечно, жалко очень эти миллиарды, тем более, что, между нами говоря, эти миллиарды — это украденные у, так сказать, у России. Украдены они у российских граждан, которые там собирают деньги на лечение там детей по интернету, да? Но это ладно. Но отвечать-то придется не им. Отвечать придется не Путину, отвечать придется не Лаврову, да? То есть у них все хорошо, у них там запрятано в разных местах, да? То есть, правда, ищут сейчас уже, но не до всего докопаются. Отвечать придется остальным, отвечать придется простым гражданам. Вот это, наверное, ну, да, было общее. И по принципу, там, где толстый сохнет, тонкий сдохнет. Да? Но я хотел вернуться к этим четырем войнам. Что их объединяет? Что объединяет вот эти четыре войны? Крымскую, японскую, финляндскую, афганскую. А вот тут есть очень интересная вещь. Все эти войны, их начинала Россия. Все они были развязаны против противника, который вообще... вообще казался легкой добычей. Минуточку, но руководство России уверяет, что Россия никогда ни на кого не нападала. Лавров сказал, что мы вообще ни на кого не нападаем. И на Украину мы не нападали. Это Лавров сказал. Я понимаю, я поэтому говорю. Все эти войны начинала Россия. Все они были развязаны против противника, который казался легкой добычей, чьи силы были в разы меньше. Все они были неудачны для российской и советской армии. Во всяком случае, неудачный по сравнению с первоначальными планами. Ну, как говорил один из героев, офицеров Крымской войны, чисто писано в бумаге, да забыли про овраги. Как по ним ходить? Это писал офицер, и это едва ли не единственное стихотворение, которое от него осталось, вообще-то он больше известен как прозаик. Офицер-артиллерист Лев Николаевич Толстой. И все эти войны, очень интересная вещь, как и сегодняшняя. Россия начинала, не имея союзников. И это очень о многом говорит, как можно начинать войну, не имея союзников, не объяснив свою позицию. Но это трудно понять. Секундочку, насчет союзников я хочу поспорить, потому что президент России неоднократно заявлял, что наши единственные союзники – это армия и флот. Вот с ними он, собственно, и начинает. Это фраза 19 века. И те, кто ее говорил, как правило, плохо это завершали. Да? Теперь, вот после начала этой спецоперации было много шапкозакидательных заявлений. Кстати,
мы их шапками закидаем, это фраза из-за Крымской войны, когда было наступление британских войск, и русский генерал сказал, что мы их шапками закидаем. Так вот, было много шапкозакидательных заявлений о скорой победе вот над украинской недогосударственностью, как они ее называют, неонацистов и наркоманов. И были заявления, вот, допустим, Баскова, Россия войны не начинает, Россия их заканчивает. Или заявление, Россия никогда не проигрывала войну. И то, и другое, ну, не совсем правильно, мягко говоря. Да? Россия действительно заканчивает победоносно войны, побеждает войны, когда нападают на нее. Даже если она сталкивается с гораздо более сильным противником. А вот когда нападает она, что случается? Мы понимаем, что Россия – это сверхмощная оборонительная держава. Могущество России видно прежде всего в ее оборонительных войнах, когда на нее нападали. И сила русской армии тоже. Они видны при отражении нападения на собственную территорию. В качестве вот такого примера непобедимости русской армии очень часто приводят войну с Наполеоном, войну 1812 года. Но война 1812 года, это, хочу подчеркнуть, была четвертая франко-русская война за полтора десятилетия. Причем три предыдущие из них начинала Россия. И раз за разом нападала на Францию далеко от собственных границ, далеко от собственных территорий. И раз за разом проигрывала, терпела поражение. И только в четвертый раз, когда напали на Россию, это сломало шею Наполеону, ну хотя и не сразу, дело дошло до Москвы. Давид, вот это объясняется довольно просто. То есть ситуация, когда народ понимает, что он воюет за свою землю, народ, который понимает, что он отстаивает свой дом, такой народ непобедим. Это было в 1812 году, то же самое произошло в 1941. Гитлер именно на этом и просчитался. Он считал, что ему на шею бросится сейчас как освободителю, что он освобождает Россию, и не только Россию, страны Советского Союза освобождает от коммунизма, и все радостно бросятся его встречать хлебом с солью. А на самом деле получилось прямо противоположное. Наполеон был в недоумении. Наполеон считал, что Россия, в которой существует крепостное право, то есть европейцам это было дико, то есть Россия была единственная к тому времени страна, в которой существует крепостное право. И он полагал, что он освободит крестьян, и поэтому как бы его будут встречать везде тоже хлебом солью. Но люди сражались за свою землю. Кстати, то же самое сейчас происходит в Украине. Я хотел немножко поправить вас. Дело в том, что крепостное право во всей Европе, оно еще существовало в архаичном состоянии, но оно везде обрушилось именно благодаря наполеоновским войнам. Но оно не было в такой степени крепостным правом, как крепостное право в России. То есть это было рабство фактически. Продавали белых рабов не было. Кстати говоря, вот крепостное право, оно возникло именно в таком виде, именно в результате неудачной Ливонской войны. Так же, как и опричнина возникла именно во время этой войны, для того, чтобы подчинить народ, мобилизовать ресурсы. Но вот возьмем результаты этих войн. Вы абсолютно правы, что нельзя победить народ, который считает войну отечественной. То есть на нас напали, отечество в опасности, и надо защищаться. Но это же правильно и на те страны, по поводу тех стран, на которых Россия нападала. И к чему это привело? Начнем с последней. Война в Афганистане, совершенно ненужная и бессмысленная, она была одной из главных причин, почему США удалось закрыть с арабскими странами вопросы с нефтью. Эта война, именно из-за того, что она испугала мусульманский Восток, привело к увеличению квот на добычу и падению цен на нефть. А это, в свою очередь, привело к развалу Советского Союза. Война с Финляндией 1939-1940 года. Она не только закончилась плачевно для Советского Союза, она создала у Гитлера впечатление, что СССР можно победить блицкригом. Если они не могут справиться с маленькой Финляндией,
то, что будет, если сюда войдет мощная немецкая армия всей своей силы. Война с Японией, она привела к первой русской революции и стала прологом революции 17-го года. Вот единственная война, которая, поражение в которой было для России одновременно благом, была так называемая Крымская кампания, Крымская война, которая в западных источниках называется Восточной войной, потому что дело шло не только в борьбе за Крым, не только в вопросе о Крыме. И бои шли не только в Крыме. Вот после нее в России последовала отмена позорного крепостного права. Последовала эпоха великих реформ. Модернизация финансовой системы Российской империи. Реформа высшего образования. Реформа среднего образования. Создание системы местного самоуправления в сельской местности, так называемых земских учреждений. Судопроизводственная реформа, которая вообще привела к великим русским юристам, да, и прочее. Конечно, нам всегда бы хотелось, чтобы великие реформы, эпоха великих реформ наступала бы без катастрофы войны, без крымской катастрофы. Но, к сожалению... Давид, так вы считаете, что вот эта реформа, война, я возвращаюсь как бы в наше время, то есть каким, буквально схематично, в нескольких предложениях, наше время, к сожалению, подходит к концу, у нас есть еще минут пять, каким последствиям приведет эта война? Независимо от того, она закончится сейчас там какими-то переговорами, она закончится через неделю, она закончится через три недели, какие будут последствия? Для России будут последствия сокрушительные. Но вопрос, как... Так Россия же победит, Россия же победит, Давид. В этом никто не сомневается. Окей, в этом не сомневаются люди, которые выступают в программе «Вечерний дозвон», как хорошо Гребенщиков обозвал одну программу. Это то, что Россия уже проиграла эту войну, то есть хотя бы по сравнению с первоначальными планами, да? А то, что сегодня Россия стоит на тех же позициях, в которых она стояла в первый день войны и не взяла, в принципе, ни одного города, кроме Херсона, о многом говорит, даже по сравнению с собственным планом. Что касается вот Крымской войны, которая привела к эпохе великих реформ и фактически не закончилась поражением для России, потому что в России сменился император. В России сменилось первое лицо. А как оно сменилось? Император Николай I пошел принимать парад и специально одел легкий мундир зимой. Фактически это было самоубийство императора. И говоря со своим наследником, будущим императором Александром II, он сказал: «Не в добром состоянии передаю тебе команду, Сашка». Но фактически он удалил самого себя. Император не может уйти в отставку, император может умереть. И это было самоубийство. Так вот, я не вижу ситуации, когда в России бы улучшилось положение при сохранении нынешнего первого лица, которому можно желать, конечно, здравия и все остальное, особенно потому, что остальное это запрещается желать. Вот, но при нем вряд ли будет сущностное изменение. А вот после него... Если дело пойдет по сценарию Крымской войны, тоже за борьба за наших православных братьев, как ее говорил, как ее обозначил император Николай I, вот тогда возможно, что в России наконец-то начнутся большие реформы, которые будут благом для России, несмотря на поражение войны. Давид Эдельман, историк, политтехнолог, спасибо большое. Наша программа продолжается. Сейчас мы попробуем связаться с Гелой Васадзе, политологом из Грузии, который расскажет нам о ситуации, которая складывается сейчас в Грузии. В Грузии мы знаем большой наплыв беженцев и не только и не столько из Украины, но и беженцев из России. Это звучит немножко парадоксально, но мы вот пару дней назад беседовали с журналистами из Еревана. Они нам рассказывали, что происходит в Ереване. То есть Ереван просто запружен
беженцами из России. То есть это беженцы немножко другого плана, чем беженцы из Украины. То есть это люди, в общем-то, с достатком, люди, которые переезжают туда для того, чтобы, скажем так, не из-за угрозы войны, а из-за угрозы политических репрессий либо экономических санкций. Но тем не менее. Итак, Гела Васадзе присоединился к нам. Я напоминаю, что мы на канале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». В студии по-прежнему я, ведущий Александр Горарье. И с нами на связи из Тбилиси Гела Васадзе, политолог. Здравствуйте, Гела, добрый вечер. Добрый вечер. Гела, ну, первый вопрос. Скажите, как в Грузии сейчас отражается ситуация на фронтах? О чем говорят люди и что заявляют ваши политики, ваше руководство? Ну, во-первых, начнем с того, что 87% населения Грузии считают эту войну своей войной. И это понятно, потому что мы все пережили и 2008 год, и на протяжении 30 лет, в общем-то, Грузия является едва ли не основной целью гибридной войны России. Почему так получилось, я не знаю. Наверное, по принципу, кого люблю, того больше бью. Потому что, ну, понятно, что одни из самых близких стран России, Украина, Беларусь, Грузия оказались под, Молдова, кстати, оказались под главным ударом Кремля. Беларусь была практически оккупирована гибридно в период 2017-2020 годы, и тот террор, который развязан против белорусского народа, он очевиден. С Молдовой, с Приднестровьем тянется конфликт, с Грузией мы тоже, в принципе, знаем, а Украина вот сейчас налицо. Что касается реакции людей, ну, реакция людей, конечно же, очень тяжелая, но, кроме всего прочего, естественно, то, что было сделано после 2012 года, мы ведь до 2012 года, с 2006 года фактически избавились от зависимости экономики от России. После 2012 года правительство грузинской мечты сделало все, чтобы эта зависимость опять возникла. Но зависимость как? Это не критическая зависимость, но это зависимость тех конкретно людей, которые работают, которые, значит, связаны с Россией. Кроме всего прочего, у нас до кризиса, подчеркиваю, до вторжения России в Украину, уже было более 100 тысяч россиян, которые здесь жили. Работали в сфере, значит, туризма, в сфере IT, кто-то был рантье. Поэтому понятно, что это отразилось и еще отразится на Грузии. Ну и, наконец, что касается политиков, нашей политики, я уже устал и ругаться, и повторять, и убеждать наши власти в том, что, ну, потерпела Россия уже поражение в этой войне. Но очевидно, что потерпела. Ну, нельзя вот таким образом, боясь Кремля, и в то же самое время думая о том, что, может быть, можно где-то подзаработать, оказаться на неправильной стороне истории после всего того, что мы пережили. Что касается оппозиции, то у меня к ним тоже есть претензии, потому что оппозиция, она говорит правильные слова, но, по сути, она использует, скажем так, трусливую позицию правительства для того, чтобы для своих внутриполитических целей, вместо того, чтобы сконцентрироваться на помощи конкретно Украине. Скажите, но мы беседовали пару дней назад с политологом из Армении, из Еревана. Он рассказывал, что Ереван сейчас просто, так сказать, ну, если можно так выразиться, разрывается от притока вот беженцев из России, так сказать, да, и они там, многие там оседают, то есть возникают компании, то есть там в течение, он приводил пример, там в минувший четверг было 80 компаний зарегистрировано за один день. А происходит ли в Тбилиси нечто подобное? То есть вот эти люди, я знаю, что из Еревана берут такси, там еще ходят, еще, по-моему, автобус, и массово переезжают в Тбилиси тоже. В Тбилиси прямого сообщения нету с Россией. Как Грузия относится к этим, так сказать, беженцам, переселенцам, назовите их как хотите? Им будет предоставлена какая-то возможность адаптироваться, обосноваться в Грузии? Или Грузия для них будет являться таким трамплином, после которого они постараются уехать куда-нибудь в Европу? Ну, смотрите, я, конечно же, категорически против использования термина «беженцы» по отношению к мигрантам из России, потому что беженцы сейчас с Украины, там война. Там беженцы. Здесь они мигранты. Понятно, переселенцы. Что переселенцы, да. Мигранты-переселенцы — это одно и то же практически. Это понятно, что кто-то едет по политическим причинам, кто-то по экономическим причинам и так далее. Но я скажу вот что. Я скажу, что
Сейчас в Грузии, на данный момент в Грузии, ну, жить айтишники, очень либеральное законодательство, поэтому, ну, айтишники могут как-то найти работу, а найти работу, не, скажем так, не связанную с дистанционкой, достаточно сложно, тем более после ковида, тем более в условиях экономического кризиса и так далее. Поэтому вот сейчас у нас было, и была информация, что въехала 30 тысяч, 17 тысяч уже уехали, поехали дальше, потому что, понятно, в более благополучных странах подскочили цены на квартиры, на аренду квартир, подскочили цены и на квартиры вообще, на недвижимость вообще. Причем, если раньше ехал средний класс, сейчас едет, скажем так, средний класс плюс, который уже хочет арендовать, например, дом за 5 тысяч долларов, там, за 10 тысяч долларов, соответствующие, значит, апартаменты и так далее. Ну, вот эти люди, скорее всего, да, у них есть определенная денежная подушка, они себя найдут. Ну, а у тех, у кого нет денежной подушки, скорее всего, если им не все равно, где жить, айтишники те же, которые работают дистанционно, то им, конечно же, будет очень сложно адаптироваться в Грузии, потому что, еще раз повторю, вот те 100 тысяч, которые приехали, значительная часть из них работала в сфере туризма и привозили туристов именно из России. Сейчас это уже закончилось, потому что, ну, просто в России не будет денег. То, что сейчас многие компании, ну, что многие, практически все компании ушли из России, это не только морально-этические соображения, это еще и то, что российский рынок сегодня разрушен. Это нужно, я это хорошо понимаю. То есть вы имеете в виду платежеспособный спрос? Да, да, да. То есть сейчас это еще не так ощущается в России, потому что, ну, есть определенный лаг, скажем так, инерции. Но понятно, что войну Путин прекращать не собирается. Никаких санкций с них не снимут до тех пор уже, пока они полностью не очистят Украину. А потом будет еще... То есть война продолжалась уже методами военных преступлений. Это означает, что и репарации будут и так далее. Поэтому... Конечно же, то, что сделал Путин, я вот у многих своих коллег, знакомых спрашиваю, как он это сделал, но все сходятся на мысли о том, что он просто не думал, что такое произойдет, он просто надеялся на то, что будет встречать с цветами, его просто, его же собственные спецслужбы ввели в заблуждение, или он сам себя ввел в заблуждение, но это уже не имеет значения. Поэтому понятно, что очень многие вещи, которые делали здесь мигранты из России, и которые были связаны с Россией именно, они сейчас закрываются, эти окна возможности закрываются. Ну а для тех, кто вот просто приехал, потому что бежал, потому что понял, что все, конечно же, Грузия не лучшая страна в том плане, что да, климатические условия более или менее, хотя вот у нас сейчас снег пошел, это впервые за год, но уже четвертый день идет снег такой мокрый. Это в марте такое у нас бывает. Кухня тоже неплохая, люди тоже, в общем-то, благожелательные. Хотя, опять-таки, в связи с войной с Украиной есть отдельные эксцессы. И они, не скажу, что они редкие. Они не частые, в смысле, сами люди как-то начинают это пресекать, но эксцессы есть, действительно. Но тут главное нет, а тут главное то, что чисто... Какого рода эксцессы? Поясните, пожалуйста. Эксцессы по поводу россиян. То есть, если украинцев принимают очень радушно, то к россиянам, если не многие, то определенная категория людей, причем самых разных социальных страт, относятся отрицательно. Вы знаете, я в декабре был в Грузии, был в Тбилиси, и когда мы разговаривали по-русски, обращались к кому-то по-русски, то нам очень вежливо отвечали. В общем-то, никто как бы не проявлял какого-то недовольства. Но потом через там первую, вторую, третью фразу спрашивали, откуда мы. И когда мы говорили, что мы из Израиля, тогда так облегченно вздыхали и говорили и начинали уже говорить совершенно по-другому. Яна, я хотел вас спросить сейчас совершенно о другом. Вот эта история с так называемыми биологическими лабораториями НАТО, которые находятся на территории Грузии, которые, значит, московские ястребы уже грозятся разбомбить, потому что, типа, это угроза. А поясните, пожалуйста, о чем идет речь? Что за лаборатории? Что там разрабатывается? Ну, во-первых, это биолаборатории, которые существовали еще со времен Советского Союза. То есть в Советском Союзе, как и в любом другом государстве, были биологические лаборатории. После того, как Советский Союз разрушен был, и, естественно, в Грузии была гражданская война, в Грузии было очень много
всего, что мало способствовало развитию науки, естественно, значит, эти биолаборатории пришли в упадок, но вместе с тем кадры научные, как и все остальные кадры научные, в Грузии остались. И по инициативе сенатора Лугара были выделены гранты, и были созданы эти лаборатории в 2011 году. Было принято решение в 2013 году, то есть уже при правительстве грузинской мечты они были созданы, они сейчас находятся в ведении Министерства здравоохранения. Там находится очень современная аппаратура, и, кстати, там проводится действительно научная работа большая. Кстати, они сыграли, вот наша биолаборатория, которая находится в Тбилиси Лугара, как раз таки, она сыграла очень важную роль во время ковида. Ну, фактически, то, что мы смогли очень быстро и эффективно диагностировать, это благодаря этой биолаборатории. Ну, скажу так, что в этой биолаборатории неоднократно были международные проверки, тем более после того, как Москва об этом говорила. И когда из России звучат разговоры о том, что типа того, допустите наших инспекторов, давным-давно правительство Грузии сказало им, что, ребят, пожалуйста, приходите, но только в составе международной комиссии. Они этого не хотят, они хотят прийти туда как проверяющие и как хозяева вот этой территории, чего, конечно же, допустить наше правительство не может. А что значит международные комиссии? Какого рода, какие организации направляют комиссии? Международные комиссии ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Да, которые, они были там. Все дело в том, что они были там, но россияне отказались от этого, потому что поставили категорическое условие, что это должна быть их комиссия. Ну, согласитесь, что я выглядел бы несколько странным, мягко говоря, если бы я бы сейчас потребовал от Израиля, чтобы биолаборатория в Израиле, именно грузинская, значит, грузинские ученые инспектировали. Это было бы странно. Не менее странно выглядит их сейчас. То есть я хочу понять, то есть Грузия предлагала России, чтобы их эксперты присоединились к этим комиссиям Всемирной организации здравоохранения, которые и так системно и периодически посещают эти лаборатории. Конечно. И они отказались. Они отказались, потому что их требование, чтобы это была только их комиссия, укомплектованная исключительно из российских специалистов. Ну, извините, ребят. Ну, это же обычная политика Москвы. Ну что, вас что-то удивляет, меня нет. Йо, скажите, а что произойдет, если... Знаете, вот если бы наш разговор с вами произошел не сейчас, а, скажем, 20 февраля, то мой вопрос показался бы странным. Да? Я бы вас спросил, скажите, а вот вы верите, что они возьмут и нанесут удар по этой лаборатории, как там грозятся умники в Думе там и прочее, вы бы долго бы смеялись, и нам пришлось бы прервать эфир. Но после того, что произошло после 24 февраля, уже никто ни о чем не смеется. Поэтому все, что они говорят, они могут сдуру и сделать. И что тогда? Ничего. Грузия станет очередной жертвой российской агрессии. В принципе, каковой уже и является, просто это будет продолжение российской агрессии. Причем, если они это сдуру сделают... Извините, нужно хорошо понимать, что любая биолаборатория, это наличие штаммов, конечно же, это просто опасно. И если она будет разрушена, то это мало не покажется всему Южному Кавказу. И думаю, что дальше куда ветер подует. Извините, но может дадут даже до вас, если сильный ветер будет. Так что тут, кроме всего прочего, вы же понимаете, что это же какие-то заболевания, и они же изучают, тот же ковид изучался, там штаммы ковида существуют самые различные. То есть дальше пойдет просто заражение, не обязательно ветер, дальше пойдет заражение людей по цепочке. Поэтому я думаю, ну это еще одно подтверждение того, что, в общем-то, современная Россия представляет себя угрозу всему миру. Но об этом все прекрасно уже давно понимают. Скажите, по крайней мере, после 24 февраля понимают, я думаю, ну не осталось людей, которые бы этого не понимали, что Россия угрожает всему миру. Скажите, но тем не менее, вот вы говорите о том, что Россия угрожает всему миру, Россия угрожает Грузии, угрожает достаточно давно. Рассматривается ли вопрос в Грузии, чтобы прервать сообщение, транспортное сообщение с Россией? Вот сейчас в Европейском Союзе обсуждается разговор о транспортном эмбарго. Вы продолжаете принимать российских, туристов сейчас, конечно, меньше, но тем не менее, россиян. То есть
отношение граждан, вы сами говорите, сейчас несколько изменилось. То есть есть ли об этом какие-то, так сказать, предложения со стороны, может быть, оппозиционных партий? Ну, оппозиция об этом говорит, власти говорят, что это навредит самой Грузии, и я согласен тут с властями, это навредит, но за все платится определенная цена. Но власти, я еще раз говорю, я уже, в принципе, об этом говорил, что власти просто боятся. Элементарно боятся. Гела Васадзе, политолог, Грузия, Тбилиси. Спасибо большое за участие в нашей программе. Наша программа продолжается. Сейчас мы побеседуем с израильским журналистом, главным редактором информационно-аналитического портала «Детали» Эмилием Шлемовичем. И поговорим мы о всевозможных аспектах информационной войны. Я тогда, если пока, так сказать, у нас есть несколько минут, хотел бы ответить на некоторые. То есть, ну, у нас довольно активно в чате идет так, как бы разговор. В основном 80%, то, что здесь пишут, это понятно, что это всякие тролли и всевозможные, так сказать, оскорбления, которые автоматически отсеиваются. Они, бедные, так стараются и так обижаются. А где свобода слова? А почему? Ребята, есть фильтры. YouTube предоставляет грандиозные возможности, то есть даже не надо модератора держать. Есть фильтры, которые отсекают все, так сказать, неприличные слова и прочее, как бы поэтому, так сказать, это сплошная трата времени, то, что вы делаете. Я обращаюсь сейчас к троллям прежде всего, а не к нормальным обычным зрителям, которые нас смотрят и задают периодически вопросы. А вот я смотрю, что уже практически с нами на связи находится Эмиль Шлемович, он уже почти с нами, почти связался. Эмиль, мы пока что видим свое же собственное отражение. Мы сейчас побеседуем с Эмилем по вопросу. Почему-то он нас не слышит, по-моему. По крайней мере, у него не переключена камера. Эмиль, если ты нас слышишь, то переключи камеру, потому что мы видим твой компьютер, а не тебя самого. Эмиль? Да, но это проблема связи, причем интересно, что проблемы связи чаще у нас возникают вот во время прямых эфиров, не во время попыток связаться там с кем-то в Украине, где там идет война, там, или в России, где человек находится где-то там в движении, в метро и так далее, а вот в Израиле, самом таком продвинутом хай-тековском государстве, да, вот в этом хай-тековском государстве происходят какие-то странные вещи, по крайней мере, с нашими, так сказать, средствами связи. Итак, мы сейчас побеседуем о проблемах информационной войны. Информационная война во время войны, так сказать, обычный, принимает как наиболее страшные, наиболее замысловатые формы. То есть мы понимаем, что читая сейчас сводки с фронтов, читая сообщения обеих сторон, мы понимаем, что там и там содержится информация, мягко говоря, недостоверная, поэтому настоящую, так сказать, истинную картину можно получить только собирая информацию с различных источников, собирая ее с иностранных источников, с тех, кто там ведет наблюдения там, из космоса, там, со спутников и так далее, и так далее. Но, тем не менее, информационная война. Кстати, вот самым таким, пожалуй, на моей памяти единственным примером, когда вот Советский Союз, который всегда сразу выбирал какую-то позицию и говорил, например, что эти вот агрессоры, а эти национально-освободительное движение, да, все становилось ясно, все знали, кого ругать. А если вы помните знаменитую Ирано-Иракскую войну, которая длилась там десяток лет и стоила жизни миллионов людей с обеих сторон, Советский Союз тогда не мог определиться и избрал серединку, золотую серединку. Поэтому в центральных газетах тех лет появлялись сводки на первой странице, сообщения Тегерана, сообщения Багдада. Значит, российские, советские тогда цензоры очень строго следили, чтобы количество букв в этих сообщениях, количество знаков совпадали абсолютно. Поэтому это была уникальная ситуация, когда ты мог получить абсолютно объективную информацию. То есть была информация Ирака, была информация Ирана и никаких комментариев со стороны, так сказать, советских цензоров. То есть все шло абсолютно объективно. Сейчас мы попробуем все-таки еще раз связаться с Эмилием Шлемовичем, потому что, судя по всему, он нас
не видит. А мы буквально на пару минут выйдем из эфира и вернемся к вам.
Здравствуйте. Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня», специальный выпуск. В студии я, ведущий Александр Гурарье. Сегодня мы говорим и говорили о событиях в Украине, о войне, которая идет в Украине, о разных аспектах этой войны. И сейчас мы поговорим о войне информационной. На связи с нашей студией главный редактор информационного портала «Детали» Эмиль Шлинмович, Израиль. Эмиль, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Эмиль, мы журналисты, каждый день, так сказать, находясь в гуще событий, в гуще вот этих информационных потоков, прекрасно понимаем, что врут все. Врут все, и как найти вот эту золотую середину, как выловить здоровую информацию вот в этом потоке лжи, потоке дезинформации, который идет со всех сторон во время военных действий. Кстати, это касается не только вот нынешней войны, но и любых, так сказать, боевых действий или каких-то конфликтов, которые происходят. Есть два метода, сложный и легкий. Давайте со сложного начнем. Сложный – это находить фейки и разоблачать их. Значит, я вот сейчас смотрел ваш эфир, там был уважаемый мною Гела Гасадзе, который рассказывал, в частности, про биолаборатории. Да, это в последнее время тема, которая муссируется российской пропагандой, что есть некие биолаборатории, в которых чуть ли не там готовят жуткие биологическое оружие. Там Никита Михалков договорился сегодня до того, что будут заражать птиц, которых потом будут засылать на территорию России, и, в общем... Вот. Ну вот мы, например, в деталях в свое время разбирали фейк, про распространенный тоже россиянами, про ужасные биолаборатории, которые, значит, нашли в Украине, и там представитель Министерства обороны, Генерального штаба России, Коношенков, если не ошибаюсь, выступал и сказал, вот, в общем, здесь вот, вот такие вот лаборатории, которые биологическое оружие будут, и показали, значит, документы. И мы посмотрели, что это за документы. Наша редактор новостного деска Дарья Гершберг проверила их и выяснила, что да, там есть какие-то, во-первых, непонятные бумажки без подписи, печати, не пойми что, а там что, то, что понятно, они умудрились показать стандартные инструкции по уничтожению биологически патогенных агентов. Что звучит, конечно, страшно, да, акты уничтожения культур за подписи. Да, то на самом деле это просто лаборатории Харьковского и Полтавского областных центров контроля и профилактики болезней. Значит, и вот там просто написано, да, что, например, они уничтожают сальмонеллу, возбудитель сальмонеллеза. Мы все знаем, что это, ну, неприятное такое заболевание, в яйцах могут обнаружиться. Там они стараются бороться с бактериями, которые могут поразить кишечник, которые могут вызывать воспаление мочевого пузыря. Ну, то есть это обыкновенные лаборатории, которые занимаются обеспечением безопасности людей. Да? Значит, вот есть сложный путь бороться с фейками, это просто каждый раз находить вот такую фигню, значит, проводить целое расследование и объяснять людям, что, дорогие друзья, вам врут. Окей? Значит, это один вариант. Но это сложный вариант. Путь. Это сложный путь. Это как сложный, люди путь, да. Хотят что-то очень простое. Совершенно верно, да. Есть простой путь, вообще просто перестаньте всю эту фигню слушать. Перестаньте слушать обоснования, почему Россия имела право вторгнуться в Украину, потому что есть одна базовая, на мой взгляд, абсолютно простая формула. Нельзя вторгаться на территорию другой страны. Вот просто нельзя и все. Как бы все остальное это уже рассуждение, размусоливание, дебаты. Да, нельзя сказать, что вы знаете, а вот если мы не войдем, то, может быть, Украину примут в НАТО, и тогда, может быть, они построят там военные базы, и тогда, может быть, они нападут на нас. Вы знаете, ребята, это слишком много может быть. Это не повод для того, чтобы вторгаться на чью-либо территорию. Любой, абсолютно любой довод о том, что на территорию России, извините, на территорию Украины или на территорию любой другой страны можно ворваться, он изначально фейковый, поэтому просто не надо воспринимать его на веру. Выключайте телевизор, переключайте на вменяемые каналы, не на первые, там РТР и НТВ, а на
Current Time или что-нибудь еще, если уж смотрится на русском. Да? Ну, во-первых, канал «Настоящее время» в России сейчас не транслируется, так что не надо, так сказать, призывать к тому, чего нет. А давай-ка я немножко поиграю. Не только российские телезрители. Разумеется. Ну, у нас, как в Израиле-то, таких разговоров я что-то не слышал. Эмиль, давай я попробую взять на себя функцию адвоката дьявола и попробую вот сразу же вот на твою вот эту фразу, которую ты сейчас пытаешься, так сказать, разоблачить вот этот фейк, ответить. А вот как же вы, израильтяне, вы-то нападаете, вы вот наносите превентивные удары, вот вы напали на Ливан, вы, так сказать, напали в свое время на Сирию, вот как, вам можно, а нам нельзя? На кого мы не нападали? Значит, единственный повод для того, чтобы было вторжение, превентивная война, про которую вы говорите, это ситуация, в которой другое государство однозначно и явно собирается начать войну. Значит, если ну, батька сказал, что Украина, если бы в 6 утра не начали россияне 24-го, то в 11 Украина бы напала на Белоруссию. Он это сказал на голубом глазу, президент страны, между прочим. Да, недоразумение, а не президент страны. Если бы как некрасиво это не говорить, повод, а? Как уже... А? Некрасиво говорить? Да, стараюсь. Если бы это не довод, как уже было сказано, значит, я просто объясню разницу. До того, как в июне началась шестидневная война, в течение мая делались заявления о том, что Израиль будет уничтожен. Они делались представителями ООП, они делались высшим руководством Египта, они делались высшим руководством Сирии. Там проводилась всеобщая мобилизация, там абсолютно явно велась подготовка к войне. Я не слышал ни одного подобного заявления от какого бы то ни было украинского политика о намерении уничтожить Россию или причинить вред какому-либо ее участку. Никто не слышал и не видел никакой мобилизации, никакого стягивания войск границы, никаких абсолютно подготовок к войне. Это во-первых. Значит, во-вторых... Вы очень правильный, на мой взгляд, пример задаете, потому что очень часто, значит, пропагандисты российские, они пытаются вот сравнивать с Израилем, что типа, ну вот вы же тоже, значит. Если мы говорим конкретно про Голанские высоты, которые были заняты у Сирии и затем аннексированы, то мы говорим не о территории, на которой, если бы, может быть, когда-нибудь, а о территории, с которой на тот момент уже велись обстрелы, с которой на тот момент на территорию Израиля уже проникали банды террористов, с которой чуть ли не каждую неделю были вылазки, которые оставляли убитых израильтян, мирных жителей. Значит, ни одной такой вылазки и ни одного такого обстрела с территории Украины по территории России перед началом войны не было. Да? То есть если российские спецслужбы первую свою чеченскую войну, вторую, извините, обосновали хоть какими-то там профанациями взрывов домов, то здесь они даже об этом не почесались, слава богу, провокаций явно не было сделано. То есть, ну, ничего не произошло. Даже Гитлер, когда хотел оправдать войну, он переодел солдат своих армий, солдат своего вермахта в форму поляков, для того, чтобы показать, что вот, посмотрите, что они делают. Здесь вообще ничего не было. То есть, если бы, а вдруг они, это не является обоснованием. Еще одна... Один нюанс, почему нас нельзя никогда сравнивать с Россией, заключается элементарно в размерах. Значит, территория России – это 17 миллионов 100 тысяч километров. Территория Израиля – это 27 тысяч километров. То есть мы в 630 раз меньше. Если я, например, не слышал, что вот у России, у Украины есть ракета, которая в состоянии долететь до Мурманска, и они собираются ее там задействовать. Это просто не существует ни одной страны, которая может сказать, мы завтра Россию уничтожим целиком, и русский народ уничтожим целиком. А перед шестидневной войной речь шла именно об этом. Председатель ООП сказал, что они уцелевшим евреям помогут вернуться в страны исхода, но он сомневается, что кто-нибудь уцелеет. Поэтому, как бы несравнимая ситуация, ничего не угрожало России. Я с вами не согласен в том плане, что никто не угрожал России. А где вы были 8 лет? Нам это пишут через строчку, то есть это во всех методичках написано. Где вы были 8 лет, когда убивали детей Донбасса? А
понимаете, мы были у себя дома в Израиле, вот конкретно мы, да, а обратите внимание, что 9 лет назад детей Донбасса не убивали. Значит, когда какая-либо страна отторгает часть территории у другой страны, там возникает линия противостояния. Значит, точно такая же линия противостояния существует в Нагорно-Карабахской республике непризнанной. Да, там неважно, какие у нее границы, они меняются в зависимости от боев. Но там постоянно происходят какие-то обстрелы, перестрелки, кто-то вторгается, кого-то могут в плен захватить. Да, там в результате гибнут какие-то люди, не исключено, что там в результате гибнут и мирные люди, очень жалко. Но дело в том, что не надо вторгаться и захватывать какой-то кусок территории для того, чтобы не создавать вот этот постоянно тлеющий костер, который кого-то будет постоянно обжигать. Это Россия создала ситуацию, при которой в Донбассе постоянно гибнут, как они утверждают, люди. Я не видел статистики. Эмиль, но их там нет. Постоянно. Их там нет. Но в любом случае, если вы не хотели, чтобы там гибли люди, просто не надо было его захватывать с помощью ваших прокси и их там нетов. И тогда до этого, 9 лет назад, 10 лет назад, 11 лет назад, там никто не погибал. Войну спровоцировали США, и она им выгодна. Если Байден захотел бы, война бы давным-давно закончилась. Согласен, да. Я только не понимаю, а почему Байден должен хотеть, чтобы война давным-давно закончилась? Значит, идиоты, которые написали эту методичку, они должны быть уволены, потому что на самом деле они, ну, просто вредят своему верховному вождю. Значит, они объясняют следующее. Война выгодна США. Начал ее Путин, и, соответственно, Путин действует в интересах США. Ну, или, как минимум, Путина просто развели и спровоцировали, минуточку. И он на это повелся. Секундочку, Эмиль, вы хотите сказать, что Путин – это марионетка США? Нет, это они хотят это сказать. Это они говорят, что на самом деле Путин ведет войну, которая выгодна США. Это же их логика, правильно? Но вот еще в чем дело. Понимаете, в чем дело? Байден не ответственен за россиян и в равной степени не ответственен за украинцев. И в равной степени он не ответственен за все остальные нации. Байден, будучи президентом Соединенных Штатов, отвечает за безопасность и благополучие граждан Соединенных Штатов. Это с одной стороны. Он никому ничем не обязан, кроме граждан Соединенных Штатов. А то, что эта война ему выгодна, может быть. По одной простой причине. Вот у вас существует, значит, Россия, которой руководит диктатор, у которого в голове каша из идей Дугина и какого-то мирового господства и фантазии о том, что у него самая сильная армия. И я уж не знаю, что я там, слава богу, в его голове не ковырялся. Значит, и у него заодно под рукой есть порядка 6 тысяч боеголовок, если я не ошибаюсь. Вы не можете никак устранить эту угрозу в прямом боестолкновении. Я еще раз говорю, никто никогда не собирался на Россию нападать. Это бред собачий. Как можно справиться с этой угрозой? Единственное, точно так же, как справились в свое время с Советским Союзом, ослабляя ее. Советский Союз, подчинив экономику политическим и геополитическим международным устремлениям, набрал на себя такую нагрузку, что не смог с ней справиться. Это то, что сделает последнее время Америка. Хотите в Сирию? Заходите, пожалуйста. Пусть там гибнут ваши люди, пусть там горят ваши деньги. Хотите в Афганистан? Пожалуйста, мы заберем оттуда ваши войска. Теперь сами разбирайтесь с талибами. Хотите Украину? Вот, пожалуйста, идите и завязните в Украине. А до этого возьмите Крым, возьмите Донбасс, вбухивайте бесконечные деньги туда. Пусть у вас нищает население, пусть у вас не останется вообще ничего. Как бы, и когда-нибудь вы под этим грузом просто рухнете. Это единственный метод утихомирить диктатора, располагающего ядерным оружием. Да, Байден делает то, что ему выгодно. А что, вы хотите, чтобы Байден делал то, что выгодно вам? Он нормальный человек в этом плане. В Украине начали преследовать русских. Мы предотвратили геноцид и представителей, кстати, других меньшинств тоже. То есть просто вот настоящий геноцид. Это сказал президент России. Практически всех спасли, да. Значит, во-первых, если даже предположить, давайте я не буду с этим спорить, объяснять, что этого не было, да, но вот предположим, да, ходит Азов по домам, крестиком помечает дома, где русские живут, там газета «Сельские вести» печатает, когда им на площади собраться для расстрела. Но вот все это происходит, русских решили в Украине изжить. И других, и меньшинства, я там не знаю кого, евреев, цыган, арабов. Предположим, что все это происходит. Понимаете, в чем дело? Даже это не дает права вторгаться в чужую страну и уж тем более обстреливать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией жилые кварталы в этой стране.
потому что убить мирное население для того, чтобы спасти мирное население от рук нацистов, это как-то очень странный метод. Значит, что можно делать? Можно организовать репатриацию. Да, этнические русские, если их притесняют в какой бы то ни было стране, должны иметь возможность вернуться в свой национальный очаг. Таковым очагом является Россия. Если так нет, бы, была такая Россия программа, заботилась... Путин ее анонсировал, была программа возвращения соотечественников. Это вгроханы большие, большие, очень даже большие деньги на ее пиар этой программы во всех странах мира. В Израиле тоже, кстати. Если люди не поехали, то, видимо, деньги где-то по дороге рассосались. Как бы для того, чтобы люди поехали, их, а, должны где-то притеснять, и, б, где-то их должны хорошо принимать. Значит, или их плохо принимают, или их нигде не притесняют. Это, во-первых. Но в любом случае, вот, пожалуйста, есть программа репатриации, замечательно. Помимо этого, у вас существует возможность дипломатического давления. Помимо этого, у вас существует возможность экономического давления. Вы можете всеми силами защищать свою этническую группу меньшинства, которые находятся на другой территории, если вдруг вы решили, но это не оправдывает вторжение на территорию другой страны. Как бы в свое время чехи не относились к судетским немцам, этим нельзя оправдать вторжение Гитлера в Чехословакию. Нельзя вторгаться, надо просто принять за базу, что нельзя вторгаться на территорию чужой страны, объясняя это тем, что, может быть, там кого-то начнут притеснять. Ну, как бы, вот и все. А вы сами, я имею в виду израильтян, вы оккупировали Иудею и Самарию, вы притесняете палестинцев, создаете геноцид палестинского населения, убиваете палестинских детей. А, и вам можно, а типа России нельзя. Во-первых, никому нельзя. Значит, а во-вторых, территорию Иудеи и Самарии оккупировала Трансиордания. Несмотря на то, что там были изгнаны евреи, там были разрушены синагоги, ООН не вынес по этому поводу вплоть до 1967 года, когда эти территории были отбиты Израилем, ни одного осуждающего решения. Значит, ну я понимаю, что вы имеете в виду. Да, нам тоже нельзя. Разница заключается в том, что когда Израилю надо было отдать территории для того, чтобы обеспечить мир, мы отдали весь Синайский полуостров. И глазом не моргнули. Еще сейчас жалеем, что не отдали вместе с ним и Газу, а сохранили эту головную боль у себя. Когда оттуда начинают стрелять, мы отвечаем снова. Мы не вторглись на ее территорию до сих пор. Даже при этом абсолютно, я считаю, справедливым критику в адрес Израиля за то, что во время военных действий, которые проводятся против палестинской автономии или против сектора Газы, там гибнут люди, там могут погибнуть дети, там просто страдают, получают травмы, получают психические травмы. Огромное количество людей, которые расплачиваются за всю эту ситуацию. Сам сектор живет в блокаде, он бедствует. Это все очень плохо. И это следствие того, что до сих пор две стороны не смогли найти выход из этой ситуации. Но Израиль не оккупирует сектор Газы и не оккупирует палестинскую автономию. И территории Иудеи и Самарии являются спорными. И территории, я еще раз повторяю, Иудеи и Самарии, вообще все территории, вот Голан, Иудея, Самария, за зеленой чертой и так далее, это 7 тысяч квадратных километров. А весь Израиль 20, а вся Россия 17 с лишним миллионов. Крым, который присоединили к этим 17 миллионам и 100 тысячам квадратных километров, прибавил еще аж целых 20 тысяч. Вы всерьез полагаете, что эти 20 тысяч километров каким-то образом повлияли на обеспечение безопасности остальных 17 миллионов? Это невозможно. Да нет, там же люди. В Крыму там же люди страдали. Их геноцид. Я понимаю. Откройте ворота, заберите и предложите всем, кто хочет уехать. Я думаю, что украинцы бы еще дорожку и постелили, если бы уехал тот, кто хочет уехать от этих притеснений. Если вы считаете, что там страдали люди, примите их у себя. У вас огромная территория, вам будет где разместить. Когда вы увидите, что уезжает всего 22,5 человека, может быть, вы успокоитесь, и эти фейки тоже не будете распространять. Эмиль, ну и, пожалуй, последний вопрос. Может быть, там еще какой-то появится по ходу пьесы, но я думаю, что это последний. А почему украинцы продолжают сопротивляться? Почему они подвергают опасности своих женщин, детей? Почему они не примут условия? То есть Россия же им добра хочет. Они же хотят просто их освободить от нацистов, которые ими правят. А они вот такие вот упорно сопротивляются и сами виноваты в том, что гибнут их жители. Я несколько раз слышал это за последнее время, общаясь с людьми,
вполне толковыми людьми в России, но они не виноваты. Им местные телеканалы показывают карты боевых действий, на которых практически вся Украина уже захвачена. Да, там все крупные города захвачены, либо взяты в осаду. Ну, то есть просто... И люди смотрят на это, вот на всех этих ток-шоу, и они не понимают, они говорят, ну, вся Украина давно, ну не вся, большая часть Украины под нашим контролем, а они до сих пор как бы не сдаются, как бы почему? Во-первых, просто это возникает даже не от методичек, а просто, наверное, от банального, ну, вообще запредельного вранья. Как бы мы же все понимаем, что от социальных сетей Россию тоже отключают, чтобы даже та небольшая прослойка, которая социальными сетями пользуется для получения информации, не могла получать информацию о реальных потерях, о реальных гробах, видеть картинки сожженных танков там и так далее. Значит, во-вторых, по поводу спасения от нацистов, ну вот опять, да, украинцы на своей территории могут делать и применять любую идеологию, какие они хотят. Да, они не имеют права совершать преступления, они не имеют права совершать этнические чистки, ничего такого не было. Значит, но если завтра они захотят переименовать улицы Ленина в улицу Шухевича и Бандеры, да, я, честно говоря, не знаю, чем Ленин лучше, чем Шухевич или Бандера. Кровавая сволочь, которая до сих пор маринуется там у них в мавзолее. Значит, даже если они будут каждую субботу и воскресенье проводить факельные шествия, да, ну, субботу вряд ли, шаббат все-таки по воскресеньям, значит. Даже если они, я не знаю, что они еще могут сделать, даже если они провозгласят фашизм своей государственной идеологией, а Гитлер своим национальным героем, да, это мы будем все осуждать, мы этим будем все возмущаться, но надо понять, что это их страна, их территория и их выбор. До тех пор, пока они не начали кого-нибудь бить, вторгаться на нее, чтобы не исправить их неправильное видение, нельзя. Даже если Украина на самом деле поставит у себя военные базы, разместит у себя лаборатории какого-нибудь там биологического оружия, сомневаюсь, что это вообще возможно физически, но предположим. Значит, я не знаю, что еще сделает. Это тоже не повод для того, чтобы в нее вторгаться. Вам не нравится, что у вас под боком стоит, я не знаю, танковая база? Значит, поставьте со своей стороны границы другую танковую базу на случай, чтобы вам пришлось защищаться. Не влезайте на чужие территории. Отвыкните от этой нездоровой привычки. Это не ваша территория. Это не вам определять, какая там идеология, как там борщ варят, правильно или неправильно, как там улицы называют и так далее. Вот просто не лезьте к другим со своим аршином. Это ваша же российская хорошая поговорка. И тогда, может быть, на вас начнут смотреть как на вменяемых людей, а не как сейчас. Эмиль, я обманул. Я сказал, что был предыдущий, был последний вопрос. Я хочу все-таки вот этот сделать последним. А на твой взгляд, когда все закончится? Я этот вопрос задавал сегодня, кстати, многим своим собеседникам. А когда все закончится? Мы не знаем точно, как это закончится. Когда все это закончится? Как во всем мире, когда восстановится во всем мире нормальное отношение к России и к россиянам? Вы знаете, я очень надеюсь, что люди в большинстве своем во всем мире все-таки не будут негативно относиться к россиянам. Даже там, несмотря на то, что, ну да, можно обвинять людей, что они там вовремя не вмешались, надо понимать, что уровень прессинга информационного, он в России таков, что сломает психику любому. В моем личном восприятии вот все эти там Эрнст, Малафеев, Кедми, Соловьев, там, Скобеева и так далее, вот они в первую очередь преступники, как бы во вторую очередь уже все эти там Пригожины и там прочие вагнеровцы, и там Фридманы, там, олигархи, их прикормленные и так далее. Обычные люди хотят обычной жизни, но если вам каждый день по голове стучат вот этим победобесием, этим патриотизмом, липовым причем патриотизмом, этим можем повторить, рассказами о том, какая у нас самая мощная армия, как мы, главное, рассказами о том, как нас все вот-вот хотят обидеть, да, это ломает психику, это калечит людей, они... Нормальные люди, они хотят работать, они хотят растить детей, они хотят, чтобы их воспринимали как нормальных людей. И в конце концов, они хотят гордиться своей страной. Точно так же, как мы хотим гордиться Израилем, точно так же, как американцы хотят гордиться Израилем.
А гордиться им, к сожалению, нечем, потому что власть у них эту страну давным-давно украла. Эта власть захватила пока что единственную страну на свете, это Россия. Никакую другую страну Путин захватить не смог. А вот Россию он оккупировал и разорил. У них нет побед, им нечем гордиться. Они судорожно ищут что-нибудь, за что можно любить свою страну. Это нормальное человеческое желание. Но ими руководят преступники, и по телевизору им объясняют вот всю эту байду, все эти фейки распространяют преступники. Я очень надеюсь, что до этих преступников телевизионных рука правосудия когда-нибудь дотянется. Потому что, и отвечая на ваш вопрос, я на самом деле очень надеюсь, что к россиянам не будет крайне негативного отношения, ну или если оно будет, то крайне недолго, вот потому что ну, невозможно даже людей, которых оболванили, даже людей, которых обманули, обвинять в том, что их оболванили и обманули. Мы же не обвиняем человека на инвалидной коляске в том, что у него нет ног. Мы не обвиняем человека, который заразился гриппом, в том, что он чихает. Это болезнь. И телевизор российский распространяет эту болезнь. И сайты российские распространяют эту болезнь. И вот они являются лабораториями оружия. Может быть, не биологического, может быть, психотропного, но тем не менее. И вот их надо закрывать, а их руководителей наказывать. Ну, ты знаешь, Эмиль, я могу от себя добавить только, что у меня много друзей в России, в Питере, в моем родном городе. Я постоянно с ними связываюсь. Люди находятся, по крайней мере, мои друзья, многие признаются, что они в определенной депрессии, потому что то, что происходит вокруг, и они понимают, ну, люди, в общем-то, не молодые, все 50+, и они говорят, что, понимаешь, вот то, что сейчас происходит, то, что сейчас произойдет и будет происходить, это вот до конца нашей жизни. Потому что в ближайшие, ну, скажем так, 10-15 лет мало что изменится. То есть Путин уронил Россию в такое дно, из которого она будет выбираться очень долго, но самое главное, что их детям и внукам придется расплачиваться вот за то, что сейчас происходит. Потому что репарации, Ленин, которые будут наложены... Все равно есть, абсолютно согласен, это ужасная трагедия для самих россиян. Это преступление против самих россиян, совершенное их властями. Но я надеюсь, что у них все равно будет выход, что у них хватит сил у кого-то уехать из этой страны, у кого-то из нее отправить детей, чтобы дети росли за пределами вот этого вечно обиженного на весь мир концлагеря. И когда-нибудь, может быть, это все-таки внутри тоже начнет меняться. Но, разумеется, как бы предположить, что вот сейчас в Украине закончится война, оттуда даже выведут все российские войска, и тут же все забудут, там Coca-Cola вернется обратно, Apple вернется обратно, и все будет обратно. Нет, это страна, которую аккуратно ластиком стирают сейчас с карты мира. Это ужасная трагедия. Наверное, трудно ее сравнить с трагедией, которую переживают сейчас украинцы, которые на самом деле сидят под бомбами, ракетами, у которых рушатся многоэтажки. Но Украина восстановится. Украина поплачет над своими погибшими, получит деньги на восстановление, сплотится. Она уже сплотилась. Она однозначно будет частью Европы, однозначно будет частью западного мира и пойдет дальше, там будет поле для развития, там будет, она будет интегрирована абсолютно в международное сообщество со своими минусами, плюсами, ошибками, коррупционерами, кем угодно, но это будет нормальная страна. А вот с Россией, да, к сожалению, это будет тяжелая болезнь, с которой надо будет долго выходить. Мне очень жаль такое говорить. Масса людей там, которых я очень люблю. Но главный враг России – это не Украина, это Путин и его приспешники. Эмиль Шлемович, главный редактор аналитического портала «Детали», спасибо большое. А наш эфир сегодня подходит к концу. Вел программу Александр Гурарье. Вы были на телеканале «Итон ТВ». Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы и всего доброго. Мира вам!